Сегодня прекрасное утро. Произведена доставка Dodge Durango. Клиенты довольны. Красиво выглядит. Нравится. Мерседес у нас тает потихонечку. Уже здесь целую лужу организовал. Но она не отпадала, сейчас ее отцепил. Да, мерседесик у нас тает. С севера. Написал. Мы доставили Гелендваген 18 года. В одно место привезли, с одного места забрали их 20 года, отвезли в Миннеаполис и обратно привезли 18 года. Раунд-трип такой хорошенький. Эта неделя хорошо получилась. Начало года по деньгам хорошо, но не совсем хорошо по ситуации. Так получилось, что вылетело колесо вместе со всей основой. Вот такая ситуация произошла. Вот. Не очень. Почему это произошло? Аксель сломался. Тоже по какой причине? Непонятно. Он сломался. Была гайка, то есть просто смяло, сомкнуло. Вот. Не знаю. В итоге менять аксель. Акселя нету в продаже, поэтому вообще не понятно, что делать. Сейчас пока ездим так. Вот. Но вроде бы нашел бэушный. Может быть, его поставим. Ну вот, забираем и такие машинки. GMC 71 года. 1500. Раритет. Колеса здоровые. Classic Cars. Едет она, в общем, во Флориду, недалеко от города Пенсакола. Платит за ней $700, 550 миль ехать всего. Загружается Ford Edge на Манхейме. Все, доставили этого GMC. Вот он поехал. Будет щеголять во флоридской деревне. Загружаем Mercedes. Он низкий, низковатый, но все седаны, многие всегда низковатые, поэтому подстилаем вот эти вот рампы специальные для спортивных машин. И получается красиво заезжает. Красивый заезд. Это у нас CLA 250. Утопленник. Цветет здесь все у него. Все цветет. Едет он в Атланту. Это 550 миль. Но всего за него платит $400. Тут автодом привезли, тоже убитый утопленник. Легко. Внутри все убитое.
колесо чуваку надо поменять, чтобы поехать под домкрачить. Ну, уже здесь целый час. Короче, как место глухоманевое. Вообще очень долго ждали, полтора часа. Ждали, сейчас еще полчаса крепить. Короче, Америка очень интересная страна. За ценолимитными всякими делами. Во всех американских супермаркетах, в отделах фруктов, овощей и зелени, которых всегда здесь огромное количество, и цены достаточно адекватные, есть всегда отдел с органическими разными продуктами. То есть есть всякие нарезки, во-первых, да, которые можете купить и покушать. А есть вот такие вот всякие соки. Огромное количество всяких соков, натуральных, без сахара. 100% зеленые соки, например. Вот, допустим, 2,99 стоит, один покупаешь, один бесплатно. Вот я решил взять вот такой вот манго, груша и априкот. И еще один вот такой вот кэрри-джинджер. То есть сейчас кэрри-джинджер сначала, а потом на сладкое вот это вот, за $3. Витаминчиков на весь день. Плюс, если большими объемами брать, для удобства, можно вот такие вот брать. Тоже, в принципе, то же самое. На больших объемах. Мама приехал. Ну что, спешишь? А? Привет! Привет! Долго, да? Да. Соскучился? Папа приехал! Макс, папа приехал! Все рады встречать! У нас, собственно, Тора ничего не встречает. Все. Ну, скажи, мне таки съемок. Аккуратно. Поймал! Ну, ты поймал? Забирай тебе.